Левой рукой мы направляем его, да? То есть я правой рукой, обратите внимание, включаю первый сектор, да, это сектор воздуха, это же сектор информации. Я даю ему информацию, которую он начинает, то есть информацию опасности, безусловно, рефлекс. За счет чего? Вот это он воспринимает как угрозу и начинает ножом своим ликвидировать возможную угрозу. Я потом эту угрозу перевожу дальше. И начинаем работать. Я вот здесь создал угрозу, смотри, да? Здесь левая, здесь создал угрозу. Здесь еще левую направил. Все, попали. То есть два варианта. Первый вариант, Леша, еще подай ножичек. Вот этот вариант, да? Я работаю. Просто вот, видите, второй вариант, когда я здесь вверх. То есть я могу отсюда. Как кольцо баскетбола, вот так вот, когда я могу отсюда сделать. Попробуем.